Первая жена Петра Великого Евдокия Лопухина являлась дочерью Окольничева Илариона Лопухина, который в то время возглавлял подразделение стрельцов. Этот факт сыграл ключевую роль при выборе невесты юному царю. На момент свадьбы Петру было 17, а Евдокии 20 лет. В браке родился сын Алексей, другой ребенок умер во младенчестве. Петр весьма быстро охладел к нелюбимой жене. Вскоре он нашел себе новую фаворитку Анну Монс, а жене в письме предлагал уйти в монастырь. После второго стрелецкого бунта государь отправил в ссылку тестя и двух его сыновей, а жену силой постриг в монахини. Находясь в монастыре, Евдокия вскоре перестала соблюдать церковные обряды и обычаи, ходила в мирском платье и вовсе не была похожа на монахиню. После смерти Петра и воцарением ее внука Петра II Евдокия была возвращена в Москву. Ей было дано большое содержание и особый двор. После неожиданной смерти малолетнего внука она даже была включена в список кандидатур на трон. Однако в итоге выбор пал на Анну Иоанновну, с которой у Лопухиной также сложились хорошие отношения. Евдокия скончалась в 1731 году в возрасте 62 лет.